Это большая честь, тем более, что я очень рад, что я в Москве, и тем более, что речь идет о канале, посвященном именно моде. Скажите, пожалуйста, очень интересно, чем вдохновляются в Италии, когда создают коллекции? Часто итальянские дизайнеры думают о русских женщинах. Потому что они самые высокие, самые красивые и самые богатые. Я уже говорила, это большая ответственность. Я очень горда тем, что являюсь представителем дома Cartier в Москве. И вот сегодняшняя награда еще раз подтвердила высокое звание Cartier как короля ювелиров и ювелиров королей, которые вот уже на протяжении более чем 160 лет радуют нас и воплощает мечту нашу, наших господ, наших гостей в реальность. И мы очень счастливы быть частью этого. Посчастливилась сегодня выиграть номинацию за открытие новых брендов для России, потому что я являюсь представителем таких, может быть, новых, совершенно только что пришедших на рынок брендов, как Филипп Лейн, Франческо Скониомилио, Мэтью Уильямсон, а также уже больше 15 лет я представляю интересы Блумарина и Пол Смита и более таких устоявшихся брендов. Благодаря вам мы узнаем о новых брендах. Как удается находить новые таланты и открывать их? Ну, это на самом деле непросто. Ну, честно говоря, я ориентируюсь на свое так называемое чутье или интуицию. Например, сегодня мне было очень приятно, что два моих партнера тоже стали лауреатами этой премии. Это Джулиано Тезе за марку Джулиано Тезе как лучшую марку меха в этом году. И также Гаэтано Наварро как тренди бренд. Мне безумно приятно, что канал Fashion TV отметил в очередной раз мою работу и все то, что я делаю. Что я делаю все по-настоящему. Я действительно люблю это дело. И все то, чем я занимаюсь, я делаю искренне, отдаю себя всего. Неделю назад мы представили свою очередную коллекцию на неделе моды Volvo Fashion Week в Москве. Канал Fashion TV начинает трансляцию как раз всех показов моих. И то, что новое, такое неожиданное для меня, это на следующей неделе.